посылка из Китая. Вот такой вот яркий, сочный, классный чехол. Но, к сожалению, для S5035 BTU телефона. А мне нужно было на Huawei Mate 7. Так что ребенку, я думаю, очень бы понравился такой чехольчик. Но, к сожалению, такого телефона у меня нет. Хоть он и стоит недорого, но покупать его я не вижу смысла ради чехла. Что ж, перезакажем. Закажем тот, который нам нужен. Ссылка на этот чехол будет в описании. Не знаю, подходит он идеально или нет. Ну, заполнение полное. Здесь прорези под кнопки, под разъемы, под микрофон. Силиконовый, мягкий, довольно-таки гибкий. Но сам вот этот весь рисунок, он нанесен сверху. То есть был силиконовый чехол. Мы его заказали, и китаец с подложкой сделал рисунок. Эта штука вынимается, и все, рисунок у вас сверху. Будет ли он затираться, не знаю. Испытать это не в моих силах, к сожалению. Если вдруг кому-то нужен будет, я выставляю на Авито. Ссылка будет в описании на него. Также будет еще ссылка в описании в видео. Ссылка в описании будет вот здесь. Ну, вернее, она будет на протяжении всего видео. Поэтому как-то так.